Добрый день, дорогие друзья! Мы вас приветствуем на нашем канале Dial Travel. И сегодня приехали в отель Beach Albatross Resort 4. Отель расположен в 14 километрах от центра Хургады, на первой береговой линии. Рядом находятся еще 3 отеля этой сети, куда вы смело можете сходить, прогуляться, посмотреть территорию, воспользоваться некоторыми услугами бесплатно. Некоторые есть платные, как аквапарк. Давайте все по порядку. С правой стороны, если смотреть на море, находится Albatross Palace 5. Через дорогу на второй линии Albatross Аквапарк. И рядышком на второй линии находится Albatross Aqua Blue Resort. В этом обзоре мы покажем территорию, пляж, номер, ресторан и бары с приветливыми позитивными барменами. Слава Украине! Курове слава! Самый позитивный бармен, я да? Украина. Мухаммед или как? Абду. Абду, самый гуд. Ура, ропро. Ава, бро. Украина. Украина. Украина слава. Героям слава. Слава, слава. Это Украина. Бармены приветливые. Но давайте сначала поговорим о самом главном, ради чего мы сюда едем. Это пляж и море. Сейчас мы видим с территории, это со второго этажа, там где ресторан, где можно выходить на террасу, перекусить, мы видим пляж отеля Palace Albatross 5. Сейчас мы находимся на этом пляже. От понтона с правой стороны есть такой заход для деток, там мелковато, но самое интересное находится, это, конечно, в самом конце понтона. По понтону такой немножко длинноватый, надо пройтись. Дальше там глубина, рыбки. С левой стороны это уже пляж и начинается территория Beach Albatross. Пляж здесь классный, ну сюда можно разве что прийти ради одного. Конечно, по этому понтону длинному надо пройтись, это поплыть и посмотреть рыбок. Там есть рыбки, кораллы, замечательное море. Есть на что посмотреть и чем полюбоваться. Но самый, конечно, классный, и даже с этого, с этой пятерки ходят, это на пляж именно Beach Albatross 4. Пляж такой с двух сторон, это мы первый видим, здесь есть и пирс, можно тоже в конце, там тоже есть рыбки, пройтись, поплавать, посмотреть. Но самый классный и шикарный пляж, это начинается, как смотреть справа, от первого пирса до второго. Лежаков бывает и не хватает, потому что отель пользуется спросом, и можно сказать, практически всегда заполнен, ну, практически до 100%. Пляж здесь песочек, шикарный, классные лежачки. Заход в море плавный, постепенно глубина. Кораллов и рыбок здесь нету, но босичком зайти поплавать, ну просто классно и замечательно. Вы видите, практически все лежаки заняты. Рядышком сразу же находится бассейн основной, он подогревается. Здесь находятся сразу кафешки. В одной кафешке можно перекусить, другая чисто выдают коктейли, напитки, где можно подойти, взять любой напиток и пойти спокойно себе на пляж лечь, наслаждаться морем и пить коктейли. Вот мы возле первого бара находимся.
Бармены здесь отлично работают, их два. Быстро наливают, ну, стаканчики пластмассовые. И наливают где-то по полстаканчика. Некоторые туристы берут термокружки, и термокружку просят, чтобы наливали ее полную, чтобы не бегать за этими стаканчиками пластмассовыми, по чуть-чуть наливать. Столики, вы видите, везде есть, где можно присесть, купить напиток. В другом кафе, там рядышком с левой стороны, можно перекусы взять. Здесь мы уже видим бассейн. На бассейне классные лежачки с такими закрывающимися от солнца козырьками. Бассейн этот подогревается в зимний период. Классно здесь плавать. Есть везде спасатели, которые смотрят. Если что-то не так, они свистят. То есть с безопасностью, как и на пляже, как и возле бассейнов, здесь все в порядке. Классный, красивый бассейн, чистенький, здесь анимация проходит, водное поло. Аниматоры активные, работают что по вечерам, что днем. И сейчас мы пойдем и посмотрим номер. Номера есть разные, с видом как на море, как на бассейн, как на сад. В номере находятся халатики, что удивительно, для сейф. Кровать здесь большие, классные. Номер хотя небольшой. В холодильничке мини-бара нету, там только вода. Есть чайный набор, чай, кофе, сахар. Видите, вид с номера прикольный, замечательный. Хотя, мне кажется, на втором этаже лучше. В ванной есть шампуни, гели, мыло, полотенце. Довольно-таки все комфортно, уютно, чистенько, номер небольшой. Но находиться в нем приятно и классно. Сантехника, все в ухоженном состоянии. Дальше мы уже идем на территорию, которая находится дальше от пляжа. Здесь тоже бассейн, который подогревается. Вообще бассейнов 9 на территории. В этом бассейне есть джакузи, вы видите. Вон люди отдыхают и сидят в джакузи. Дальше есть бассейн, в которых прикольно, нормально находиться. Барчики здесь есть. Ну, в основном вся жизнь проходит это на передней части. Это возле основного того бассейна. И на пляже, там где лагуна. Там же есть кафе, кафе и бары, там где можно перекусить. Там же находится на первом-втором этаже ресторан, где можно на террасу выйти, возле, прямо с видом на море, покушать, позавтракать, пообедать, поужинать. Есть ля-карты рестораны, где вы можете один раз пойти и отведать этот ресторан. Есть корт, есть футбольное поле, но я не видел, честно говоря, чтобы здесь кто-то играл либо в теннис, либо в футбол. Все приехали наслаждаться морем, теплом и всем остальным. Что я хочу сказать? Отель, как для четверки, отличный, замечательный, с хорошим обслуживанием. Для четверки отличным питанием, классным морем, заходом. Для спокойного отдыха, наверное, здесь не получится. Здесь больше и подходит для молодежи.
когда движ, потому что постоянно есть в ресторанах небольшие очереди, возле кафешки есть очереди. Все отлично, замечательно. Отель пользуется спросом. И здесь постоянно, то есть есть много отдыхающих, и они где-то в некоторых моментах, если для спокойного отдыха, вам этот отель может и не подойти. Если для движа, сервиса, пляжа, посмотреть территорию, много ходить, отель бомба. И на этом мы будем заканчивать наш обзор. Хорошего вам дня, отличного настроения и до новых встреч. До свидания.